Ликвидация опасных последствий непогоды продолжается. Последние бессонные 24 часа спасатели помогали автомобилистам на дорогах в Одесской области. Только на трассе Одесса-Киев из снежной ловушки удалось вытащить 300 фур. На спецплощадках на дорогах региона круглосуточно работали пункты обогрева. Сейчас проезд на нескольких дорогах области затруднен, однако движение на трассах после суточного ограничения уже восстановлено. Маємо ускладнення руху на трьох ділянках. Це в районі Старі Маяки, Ревове та Знам'янка, де рух вже здійснюється по Києву-Одеса в обидві сторони. Але, наприклад, на цих трьох ділянках працюють пости поліції, де треба буде звертати на зустрічну смугу, об'їжджати місця заторів і їхати далі. На Киевской трассе работает 47 единиц техники. Специалисты говорят, что сугробы местами достигают 6 метров. Всего же за минувшие сутки из снежного капкана спасли около 300 человек. В результате плохих погодных условий большинство гостей региона были вынуждены задержаться в Одесской области. Укрзалезница увеличила количество мест в поездах, отбывающих из Одессы. Перевозчик открыл для продажи места, которые находились под бронированием для служебных нужд, и увеличил количество вагонов.